Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Ну что, ивент, поехали. После ивента мы с тобой откроем бесплатный пак. Посмотрим, что нам выпадет. Ага. Так, двойные горохострелы, да? Значит, это против бомжей, которые будут перепрыгивать. Ты видел, там бомжи были. Поэтому они будут перепрыгивать, соответственно, здесь пона... О-хо-хо! Здесь эти... Книголюбы. Вот это вот, кстати, плохо, что книголюбы здесь. Сейчас они будут психовать, бежать тут, сломя голову. Блин. Не очень, конечно, хорошо. Ну давай ты уже уничтожай, господи, его. О, психанул, психанул. Видишь, что он делает, ребят? Псих недоразвитый, а? Да, они вот такие вот. Так, хорошо, давай сюда поставим, сюда. Угу. Так, явились, не запылились. Давай сделаем сюда. Оу, яблочная мортира, это вот и хорошо, ребята. Яблочные мортирки я люблю. Они застанут, да, этих зомбарей. А вон там уже и попрыгун. Видишь, бомж-попрыгун уже собрался. Но ничего у него не получилось. Вот, кто здесь самый противный, ребята. Вот они идут. Эй, у меня... Блин, я понял. Давай тогда сделаем вот таким вот образом. Что-нибудь получается? По-моему, ни шиша у нас не получается здесь. Так, бомжар, отвали. Так вот надо было делать сразу же, изначально еще. Ё-моё. Ну хорош, все, завязывайте уже. Пошутили, как говорится, и будет. Атакуем, атакуем. Опа, столкнул гаденыш. Видишь, что делает? Сталкивает. Забираем с собой здесь. А все. В принципе, друзья мои, победа. Я так сделаю еще. Готов. Ну, в принципе, ничего сложного нету. В принципе, ребят. Но все равно неприятно. Давай посмотрим. Так, три двойных горохострела. Ага. Шарики и 1500 голды. С вашего позволения, мы попробуем этот ивент пройти еще разок. Ну что, поехали. Я думаю, что вот этих даже выставлять пока не стоит. Пускай они стоят здесь спокойненько. Блин, а если я их не буду выставлять, как тогда быть? Нет, хочешь не хочешь, придется их выставлять. Так, ну тут идут, блин, вон они эти газетка-читатели, которые впадают в истерику, и начинается у них тут не пойми чего. Что-то бубнит, понятно, чего он там бубнит. Отлично. Так, яблочные мортиры. Выставляем их с тобой сзади. Так, ну, слушай, довольно прикольно. Как же мне хотелось бы их прокачать, на самом деле. Вот мортирки эти, ну, во-первых, купить и прокачать. Я думаю, было бы в этом толку очень много. А ты как считаешь? Так, секундочку. Пока все отлично, справляемся. Даже лучше, по-моему, чем в первый раз. Лишь бы не сглазить, да? Угу. Бомжару подбили. Так, нам пишут, последняя волна. Давай, я готов, я жду.
Так, можно, в принципе, вот так сделать. Вот и отлично. Так, а здесь можно зарядить вот таким вот образом, ребят. Куда же ты поставил? Я не туда хотел поставить, ну, серьезно. Серьезно, не туда. Ладно, остается вон последний зомби наверху. Его сейчас разберут там с полтычка. Все. Ну, а мы с тобой выиграли. Мы с тобой выиграли и получаем 3 пиньята на выбор. Давай вот эту возьму. 3 костяные ловушки. Так, опять шариковый. И 1000 монет. Ну, конечно, рассчитывал на что-то другое, ребят, но дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят. Ну, а мы с тобой сейчас откроем пиньету, посмотрим, что нам здесь из нее выпадет. Так, бесплатно. Поехали. Ну-ка. Так, обычный горохострел. Скоро получит 7 уровень, кстати. И двойной горохострел, который, ребята, у нас готов прокачаться. И также у нас есть с тобой вот такая вот кукуруза. Не знаю, что у нее там. Свистулька какая-то. И, в принципе, все. Подожди. Так, ребята, скоро новый месяц. Скоро мы с тобой будем покупать новое растение. Пока еще не знаю, какое. Ты мне напиши в комментах, если что, если есть какие-то идеи. Так, ну а мы с тобой заберем вот здесь награду. Так, мы забрали конфеты. Мы забрали с тобой гемы. Заодно посмотрим, есть ли у нас с тобой новый ивент. Есть, ребята, новый ивент. Вот он. Грейпшот. Начнем с него. Хочу посмотреть, что это за грейпшот. По-моему, это виноградина. Или я ошибаюсь? Сейчас посмотрим. Да, это виноградина. Грейпшот. Что, я буду на одних виноградинах, что ли, играть? Серьезно? А нет. Шипастые лужайки тут тоже есть. Так, хорошо. Погнали. Так, а зачем... Ой, тихо. Блин, ну это перебор. Теперь я, кажется, понял, зачем, зачем нужны были. Так, это, наверное, нам пригодится еще. Да. Курицы эти тут как тут. Эти курицы должны... Точнее, не курицы, а... Зачем я вот так вот сделал? Давай-ка завязывайте уже тут баловать. Ну-ка. Замечательно. И тут целая армада этих куриц бежит. Превосходно. Так, гаргантюаха там. Все пока хорошо. Где виноград-то будет? Будет. Эй, а ты куда? Ты посмотри, а? Идет такое деловое, главное. Ну все, здесь мы с тобой отлично справились. Получаем с тобой обычные монетки, серебряные. Окей. Так, и... Что-то там с тобой выполнили. Можем забрать, но это будет чуть-чуть попозже. Мы с тобой переходим на второй этап. На втором этапе нас что тут поджидает? Ага, зомби с бочкой. Там, по-моему, танцор, да? Если я не ошибаюсь, был. Так, стручковый горох. Причем заряженный. Ну, допустим. Вот когда они отталкивают зомби, они же не наносят им урон, насколько я понимаю, да, ребят? По-моему, нет.
А вот этих вот, конечно, не хотелось бы здесь. Но он начинает. Он начинает, ребят. Поехали. Прекрасно. Удобряшка. Влупляем. Всех в хламину разнесли. Давай вот так вот поставим. Так, они собираются свои эти, да? Могилки разбрасывают, короче, везде. Пора это все дело зачистить. Замечательно. Еще очередная партия, да? Вот так будет, скажем, зомби, который на нас рванет. Ну-ка, давай еще разок. И здесь вот так сделаем. Наверх. Это что-то у нас там спать завалился, да? Блин. Они, ребят, ты посмотри, я даже не могу никуда воткнуть. Потому что все своими надгробиями здесь усыпали. И еще разок. Идеально. Так, сюда вот. Ой, по красоте. Поехали. Оттолкнем их всех назад. Ну ты все тут сам видишь. Комментарий здесь не нужно. У нас все тут получается хорошо, все отлично. Так вот пробиваем. Да вы заколебали, а действительно своими этими надгробиями просто достали. Все. Одолели, справились мы с ними. Давай, 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 быстрее эти монетки свои. Ну что, переходим с тобой на третий поединок. Так, сюда. Ну и давай посмотрим, что на этот раз нас тут ожидает. Ага. Ё-моё, целый ряд надгробий. С чего вдруг такая щедрость, а? Так, виноград мы с тобой пока придержим. Идет охламон. Давай вот так, наверное, поставим с тобой. И вот так. Поехали. А удобряшка, вот она. Так, они уже бледненькими становятся, да? Поэтому нужно активировать. Прекрасно. Как только становятся бледными, сразу, ребят, активируем, да? Эти мелкие грибочки. Или лучше сейчас активировать? Окей, поехали. Ну-ка. Ну, как-то вот так должно получаться у нас. Единственное, что вот здесь вот мне не нравится, что происходит. Неужели сейчас так и будет проминать? Вот, виноградина. Так это вот все, правильно? Они тут своими этими надгробиями, ребята. А наверху все-таки пробегают. Так, ну что, вбупим? По полной программе. Вот так вот, буду знать свое место. Поехали. Замечательно. Так, нам нужно сюда хотя бы одного Аки поставить, да? И вот сюда тоже. Так, заряжаем. Заряжаем.
пока здесь больше нету никого с удобрениями, так что надеяться пока не на что. Ну-ка. Замечательно. Так, следующая партия идет. Следующая партия зомби на мясокомбинат. Блин, мне нужно, знаешь что? Мне нужно, ребят, удобрение, иначе мои вот эти грибочки ночные исчезнут. Во, ну-ка. Изумительно. Ну что, мы прошли. Слушай, довольно такой легенький, да? Ивент, задания какие-то легкие. Ну, не знаю, может быть, что-то дальше там сверх-пупер будет сложность какая-нибудь. Я почему-то не уверен. Так, здесь летающие зомби, да, все дела. Окей. Летающие зомби, которые, да, на этих, на стрекозах. Плюс всякая шелупень там. А эти вот почему-то они не бьют, извините меня, надгробия, а? Надгробия-то как бы тоже получается враг. Но они... Давай-давай-давай, отлично. Такой довольный еще. Давай сюда. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Моментально его ушатал. Мне очень нравится, что они, ребята, исчезают под землю, да? И бомбят. Но вот единственный недостаток, когда если мы... открываемся, и спереди будет зомби, и он будет нас уничтожать. Далеко собрались-то, ребята. Полетели они тут. Удобрение. Так. Ну, тут, в принципе, можно, наверное, его и активировать уже. Так, виноградина, влупляем. Прекрасно. Ну что? Во-во-во-во, с факелами бегут. Вот это плохо, вот это хуже, ребят. Факельщики, это хуже. Хуже не придумаешь, да? Я даже так сказал. Ну, мы неплохо их сейчас забомбили здесь. Будем честны. Так, буйволы. Эй-эй-эй-эй-эй. Лопухи, успокоились. Так, тут что-то... Давай, активируем. И, в принципе, все. Как я могу понимать, мы прошли. Действительно, как-то легко. Ну что, мы переходим с собой на последний этап. Здесь это все подзабрали. Вот здесь. Значит, эпический квест. Проходим, ребята, и значит, мы получим этого пиньяту. Так, здесь у нас что-то уже ближе к пиратам, да? Дают виноград. Еще виноград. Ага. Пока терпим. Орех. Поставим сюда, наверное, с тобой. Ну, что ты там идешь, хромоножка? Что-то винограда много накопилось. Ладно. Активируем. Че, кроме винограда здесь ничего не будет, что ли? Не могу понять. Что за прикол-то? О, даже как. Ха. Электрический камыш у нас тут. Ну тогда им крышка. Тогда им, ребят, тут вообще не жить. Сам должен понимать, да, что это просто трэш для них. Так, секундочку, я что-то не понял. Это что за охламон там по мне строчит? Совсем что ли оборзел в корень?
Вот и все. Очень быстро, моментально. Ну и получаем с тобой, естественно, награду. Здесь все забрали. Почти 5000 монет мы с тобой насобирали. Квест прошли, забираем пиньяту. Так, 10 капусты нам выпало. Так, стручковый горох. Пьяпот. Примитивный горохострел. Ага, готов прокачаться. Галактический, ребята, орех. Чомпер. И все. Но все равно, ребята, я считаю, неплохо. Да? Так, значит, у нас с тобой кто там? Примитивный горохострел, да? Готов прокачаться. Сколько он потребует денег для своей прокачки? Давай посмотрим. Так, еще этот у нас. 3000 хочет двойник. Вот он. 4000, ребята. Ну, давай, давай прокачаем его тебе. Хорошо, уговорил. Все, шикарно, друзья. Так, а теперь... мы с тобой отправимся, наверное, на Penny Pursuit. Как ты думаешь? Я думаю, что стоит заглянуть. Так, где у нас там Penny? Мы в тот раз с тобой не все допрошли. Итак, что у нас здесь? А, так тут... тут уже опять новые, ребят, события. На этот раз уже... ага. Виноград. Жалко, что виноград не может открыться просто так, ребята. Его нужно обязательно покупать. Или подожди, или я путаю. Или можно все-таки. Ну-ка, сейчас посмотрим. Нет, по-моему, он только покупается. Кстати, нам нужно здесь с тобой зарядить кое-что новенькое, да? Так, и вот так. Жужу. Прошу, где-то там. Будь добра вот здесь вот мне опылить. Так, а теперь зайдем с тобой в магазин. В магазин именно по нашим фруктам, овощам, ягодам и тому подобное. Где у нас виноград? Грейпшот, ты где? Куда ты спрятался от меня? Вот он. Да, друзья мои, как ни крути, его только лишь покупать нужно. Так, а у меня на часах уже, ребята, 1 мая. В принципе, могу купить. Но все-таки я хочу послушать ваше мнение, стоит или нет. Ну что, попробуем, наверное, вот с этой миссии. Фиг его знает, смогу ли я там пройти или нет. Просто хочется 5 ягодок себе, 5 семян. Так, выбирайте, что тут нам выбрать. Солнце. Что тут непонятное. Что делать-то? Вот это, может быть, мины? Черт взять, ребят, возьмем мины. И выбирайте, да, как говорится. Ну что же. Выбор невелик. Я возьму вот эту вот мяту. Я возьму липкий рис. Также не стоит забывать, что нам нужно будет с тобой солнечная энергия 100%, да? Возьму еще, наверное, капусту сюда. Хотя нет, капусту оставим, кабачок возьмем. Так, тут шарики, значит, будут летать. Соответственно, возьмем с тобой клевер. Двойной подсолнух. И, ко всему прочему, магнит, что ли, взять? Нет, не магнит, пенек не хочу. А что тогда? Вот так вот, поехали. Так, естественно, нам нужно будет с тобой в первую очередь посадить подсолнухи здесь. Вот сюда вот, наверное, влепим их. Окей, спасибочки. Так, сразу рис. И вот так вот. Так, кабачок, вставай сюда.
Понеслась. Ну-ка. Изумительно, да? Взрывается все. Все как надо. Выставляем с тобой рис. И скоро, наверное, полетят. Фига, он там кабачок-то раздухарился, запрыгал кузнечиком. Так, давай сюда поставим. Они сейчас просто все тут, ребята, наверное, этими могилами своими забомбят, мне кажется. Давай вот так вот сделаем. Летунов пока не вижу. Нет, хорошо, что их нету. Давай, 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 дави их там всех. Что сделать? Ну давай вот так вот. Активируем. Еще поставим рис. И грушу, грушу. Блин, уже даже места нету, куда грушу-то поставить. Активируем. А вот у нас, ребята, поехали. Идеально. Так, ну что, сколько там еще? 30 секунд нужно подождать. Всего лишь 30 секунд. Ждем. Так, сюда еще поставим рис. Ну, мне кажется, что здесь, да, ребят, мы выиграем. И опять же, благодаря тому, что у нас было очень много здесь растений, было под удобрение. Вот и все. Замечательно. Зато мы с тобой получили 5 семян именно на... виноград. И прокачали перк. Так, двигаемся далее. Смотрим. Что открывается у нас тут? Слушай, ну, гемы гемами. Мне все-таки, ребят, нужны деньги. Поэтому я пошел за монетками. 800 монеток. Ну, почти 1000. Мало того, что нам легко можно будет пройти, да, это задание. Так, ну давай вот это вот возьмем. Плей. Так, динозавров я вроде бы там... Понятно, прибыли. Вон они сзади уже стоят. Возьмем с тобой вот сюда орех. Чертополох возьму. Плюс мина. Возьму рис вот этот взрывной. Там спортсмены у нас, да, идут. Наверное, Дейзи мне понадобится. Так, сделаем. И... подожди секунду, что? А, я не могу, ребята, использовать здесь подсолнухи. То есть энергии у меня не будет дополнительной. То есть все, что у меня есть, вот этим и довольствуюсь, верно? На это они намекают. Скорее всего, да. Охо-хо-хо. Ну что, погнали, выбора нету, ребята. Как-то будем с вами так справляться. Let's rock. Так, естественно, рис ставим. Ну и, конечно же, Дейзи и все-все-все прочее. Так, тихо-тихо, эти еще тут летают. Ноу, не надо. Я себе вот так сделаю, они все равно пролетать будут, да, здесь? Да, мне кажется, они будут пролетать здесь. Эй! Ну это уже перебор.
Что тут происходит? Так, давай сюда. Ну-ка. Ну поэтому-то... А, мы его захватили, все, ребят. Слушай, ну по-моему мы прошли, да. Мы с тобой прошли, 800 монет золотых мы забрали. Энергия, по-моему, еще есть, поэтому давай-ка переходить на следующий уровень. И здесь у нас... Так, возьмем, да? Ну, насколько я могу понимать, у нас очень мало осталось растений именно под супер удобрением. Так, две жабы, которые мы должны с тобой защитить. Возьмем, наверное, щит с тобой. Оу-ху-ху-ху-ху. Капуста. Ну, тут надо будет остальных добрать, кто у нас и остались только под удобрением. Других вариантов нет, мне кажется. И растений таких очень мало, кстати. Да чё ж там говорить, мало, их вообще нету. Их вообще не осталось. Капельку. Ну, капелька будет замораживать их всех, да? Хорошо, пускай... Тихо, подожди. Пускай она будет их всех замораживать. Ну, и нам, наверное, скорее всего, нужен будет... подсолнух. Ну, давай, наверное, с тобой возьмем двойной все-таки, да? Куда же уж мы без него? Поехали. Но наша основная задача, не забывай, защитить вот этих жаб солнечных. То есть, если их уничтожат, то мы с тобой проиграем. Что-то типа того. Ну, заморозили, к примеру. Пока единственное, чего не пойму, это как вот мне их здесь защитить. Вот так, что ли, как-нибудь? Плюс под заморозку их всех сажать. Ну, вот что-то типа того. Так, замораживаем, короче. Получается хоть что-нибудь? Я просто не пойму. Пираты, конечно, прибывают. Капелька замораживает. Что-то типа того, да? Давай еще зарядим. Там, вон, видишь, идут. Так, срочно заморозку. Подожди, у меня, по-моему, здесь, ребята, жабу уничтожили. Но, тем не менее, почему-то мы не проиграли. Вылупляем. Как бы жабу уничтожили. Может быть, нельзя, чтобы всех жаб уничтожили? Да нет. Последнюю, ребята, жабу солнечную уничтожили. Так, ладно, давай смотреть тогда. Я уже думал, что нам нужно именно ее спасти, но как понимаешь, что нет. Видимо, просто нужно продержаться. Хотя, смотри, тут что-то вот, я не знаю, что это такое, ребят. Что это за шкала? Что мы должны тут сделать с ними? Нифига не могу понять. У нас здесь есть какой-то, вот, видишь? И что это может означать? Что мы не выполнили, да, с тобой? Или выполнили? Я, кажется, понял, что надо было здесь сделать. Ребят, нам, наверное, надо было вот эту шкалу полностью заполнить, скорее всего. Кто там что-то хрустит? Что-то ест кого-то. Мы, наверное, проиграли здесь.
так? Или чего? Я не понимаю. Ну, вот так взорвем. Нет, я выиграл, непонятно. Так, Пенни пурсует. Так это понятно, что... Все, ребята, у нас здесь закончилась энергия. Главное, что мы прошли. Получили с тобой 10 в общей сложности семян именно на виноград. Это прикольно. Так, и у нас с тобой еще есть арена. Ух, тут еще две миссии. Ну что, давай заглянем с тобой на аренку, посмотрим, что у нас тут интересного. Так, а у нас с тобой... Ага, 20 шариковых растений. В принципе, можно их сегодня получить. У нас с тобой 6 перчаток. Окей. Так, у нас с тобой должна быть старая комбинация, да? Я ее не менял, я не играл с тех пор. Ну-ка. Вот такой комбинации я, что ли, играл? Серьезно? И выигрывал, что ли? Подожди, а капель... А, это... Твою налево, это же у нас с этой. Только что с поединка было. Так, ладно, давай подумаем. Здесь нам нужны... Ну, я думаю, что мины, наверное, пригодятся нам. Васаби, вот этот, наверное, нужен. И... Блин, я забыл, кто здесь нужен. Наверное, вот этот вот пригодится. Уменьшатор не нужен, я думаю, нам, да? Может быть, морозный арбуз? Как бы это глупо не звучало, нет. Наверное, не морозный арбуз, а скорее всего... Блин, я не знаю, ребят, давай морозный арбуз, фиг с ним. Что тут у нас сейчас получится, ума не приложу. Так, минами. Во-первых, все обложим для начала минами. Вот так вот. Обложил, называется. Прям так много хватило, на что нам? Так, шарики. Естественно, шарики выставляем. Так, поехали. А, у нас же здесь соревнования, ё-моё, я совсем забыл же. Так, васаби. Давай сюда, наверное, поставим. Пускай он там отжигает. К примеру. Торт, торт, торт бежит. Чё, понеслась? Так, энергию, энергию дайте мне, пожалуйста. Заряжаем еще. Так, шикарно, торт подбили. Вот он бежит, псих-то этот. Веселый, веселый гаргантюа. Атакуем. Эй! Хочет по-хорошему, будем по-плохому. А что у меня? Откуда у меня столько очков-то, ребята? Посмотри. Ну-ка. О, как хорошо, прожарили. тысяч очков. Это неплохой результат для меня в данный момент. Так, шарики давай сюда, наверное, поставим, потому что зомби все равно не идут. Еще один торт. Так, кто-то мне говорил, что если ты уничтожаешь торт, то именно за него тебе дают больше всего очков. Не знаю, насколько это правда. Проверим, он там уже жрет свой зомби, свой собственный торт поедает. Хлопнуло. Хлопнуло.
Давай вот так вот сделаем. Отлично. Капусточку поставим. Так, шарики. Сюда. Сюда. Так, сейчас еще выйдет. Вон он уже, ребята, идет этот гаргантюа. Сумасшедший. Давай с тобой, наверное, вот так вот сделаем. А, тут уже все, ребят. Тут победа. На дорожку такой взрыв. Слушай, неплохо. Так, мы с тобой еще одну перчатку получили. Куда мне их солить, что ли, теперь эти перчатки? Так, ну я хочу просто заработать 20 семян. На вот этот шарик 50 гемов, блин. Там на самом деле круто. 50 гемов, потом 20, извини меня, пиньет, которые вскрываешь и радуешься. Энди против нас. Так, я ничего, ребят, менять не буду. В принципе, пока неплохо. Команда годная. Let's rock. Релот. Все, я готов. Поехали. Сюда еще минку воткнем. Так, и начинается, как обычно, ребят, с шариков и с надгробий. Шарики и надгробия, да? Сюда. Блин, что я делаю-то? Норм. И норм. Все. Дальше ставим с тобой арбузы. Арбузы мы ставим дальше. Как вот... Ну, здесь понятно, здесь шарики будут. Здесь целая куча шариков. Давай-ка мы их оттолкнем всех. Вот скажи мне, зачем я так сделал, а? Это же беспонтово. Вот это было просто беспонтово, ребята. Так, идет, да, у нас тут тарталетка, так скажем. Так, я не подбил еще. Вот, почти взорвался. Ну давай уже там взрывай все это отродье. Йо, просто сколько у него очков-то? Откуда так много-то он собирал, эй? 300... Подожди, ну это... Откуда? Может, то, что он торт этот разбил? Да нет. Или все-таки да? Я не пойму, если честно, пока не пойму. Может быть, еще гаргантюа надо подбить? Только в этом случае у нас торт, наверное, все-таки надо уничтожать. Ну да, торт уничтожил, и все, ребята, и по очкам я сравнялся. Я понял. Фью. Еще один торт. Ну что, пытаемся его взорвать. 30 секунд времени, ребят. Да ты подошел, а? Так, секунду, секунду, секунду. Я пытаюсь взорвать этот торт. Несчастный. Давай так вот сделаем. Оу, а он взорвал его уже, друзья мои. А я еще не могу. И я не успеваю его. Я не успеваю этот торт взорвать. А как сделать? Что не так? Надо пересмотреть, ребята. Что-то... Во-первых, мины нам здесь не нужны. Тут главное подбивать торт. Вот что я понял. От мин вообще здесь никакого толку нету. Блин, а как же сделать-то? Как же нам здесь сделать? Шарики? Ну, это понятно, шарики. Шарики-лошарики. Что может нанести хороший урон по тортику? Вот это вот возьмем. Дейзи брать бесполезно. Рис.
Рис тоже бесполезно брать. Так, что ли, возьмем? Блин, может быть, еще свеклу? Она тоже, в принципе, не... А, можем вот так вот взять. Арбузы как бы здесь не особо заходят. Бонгчой. Такой спорный, да? Была бы виноградина, было бы все намного лучше. У меня ее нету. Хорошо, возьмем этого. Рис, рис, рис. Я даже не знаю. Васаби. Как сделать лучше? Вот скажи мне на милость. Снэпдрагона взять, что ли? Этот торт идет по той дорожке, да? По той чертовой дорожке, на которую я не могу, ребята, ничего поставить, кроме шариков. Вообще ничего не могу поставить, кроме шариков. Фиг его знает. Ну, вот так вот я хочу посмотрим, ребят, что у нас из этого получится. Так. Давай поставим. Че, и все, что ли? Это все, что, на что мне хватило? Так, взрывную мету я пока приберегу. Да сгиньте, нечистая, ё-моё. Сколько можно-то? Так, и давай вот так вот сделать, выставлять. Где там эти тортики? Да не буду я пока тратить. Что-то как-то не заходит ни шиша у нас тут. Все шарики только мои, а? Поуничтожали. А вот и торт, друзья мои, вышел. Явился, блин, не запылился. Активируем, что ли? Полетел, полетел, полетел. Бумкнул, типа, да? Что там за звуки такие, а? Скажи-ка мне на милость. Ну вот тебя тут, блин, только не хватало, а? Гаргантюаха. Ну отвали, а, ну по-хорошему. Ох, ё. Я что-то где-то пропустил, что ли? Откуда вас так много? Прёт на меня, а? Торт нужно взрывать. Так, поехали. Да, и все равно пока проигрываем. Так, давай сюда влупим. Идет, 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 идет. 30 секунд. Почему 30 секунд-то? Че так мало там не дали времени? На все про все. Да я не успею, ребят. Что-то опять не то. По-моему, в те разы еще было лучше, да? Чем сейчас. Хотя я опередил, ребята. На последних там секундах. Выхватил, так сказать, победу. Видишь, 687 тысяч у меня. А у него 462. И 20, ребят, семян я получаю на шариковое растение. Итого у меня становится их 80. Ну что, давай попробуем теперь побороться за 50 гемов. Поехали.
Что-то меня все равно не устраивает в моем отряде, если честно. Какой-то он 50-50, 50 на 50. Можно было бы его как-то доработать, но вот как? И кем, и чем? Не знаю, ребят. Но дорабатывать его надо. Так, давай попробуем еще что-нибудь сделать. Так, так, рис. Вот зачем мне рис? А я могу, например, вот эту мяту сделать через нашего двойника, где он? Через, ну ты понял, да? Через мимика. Называется, найди еще мимика. Так, все-таки возьму. Где мимик? Трындец. Когда не надо, он попадается. Когда не надо, я его найти не могу. Глаза разбегаются. Все тут. А, вот он. Ну-ка. Че ты? Погоди. Не могу, да, получается? То есть... Он не дублирует, друзья мои, мяту, к сожалению. Плохо. Редиска. Редиска плохой человек, да? Бунг Чой. Может быть, вот так вот сделать? И вот так. Поехали. Будем тестить. Ну а что еще остается нам сделать? Только тесты. Погнали. Все это, естественно, уничтожаем сразу же. Как зомби несчастных. Так. Допустим. Когда торт вот бежит на нас, торт бежит на нас, он получает урон вот от этих шариков или же нет? Вот что мне почему-то интересно стало. Если он получает урон, то нам выгодно ставить сюда. А если нет, тогда невыгодно. Вот, кстати, и тортик явился, не запылился. Ты видишь, он взрывается возле этих шариков. Поехали. Так, взрываем. Йо, как хорошо тут бумкает-то все. Есть контакт. Ух. Так, подожди, 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 Гаргантюа, ты куда побежал-то? Разогнался он. Давай его валить теперь шариками. Так, он очнулся, он созрел. Да блин, какого лешего. Атакуем, ребята, атакуем. Шарик, лети, 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 лети. Что, не шиша, да? Ну, давай тогда давить. Тогда даю. Другого варианта просто, ну, нет. Здесь атакуем. Там, по-моему, противник еще до сих пор торт не уничтожил. В принципе, это хорошо, что он не уничтожил этот торт. Мы с тобой зарядим. Вот так вот сделаем. Все как полагается. Теперь вот так. Ай, по красоте. И вот так. Хе-хей. Нормал. Иди отсюда, зомби. Бежит он на меня. Так, здесь тоже надо всех уничтожить, всю эту кучку. Так, у нас 700 там с лишним тысяч очков. Опять Гаргантюаха идет. Давай зарядим таким вот образом. Побольше урона нанесем. Бабах. Есть контакт.
То есть я успеваю всего подбить 2 тортика. Может быть, конечно, есть возможность подбить 3. Но это если, наверное, супер прокачанный ты будешь. Так, ладно, 2 пиньяты, смотрим, что у нас тут. 10 кукурузы сладкой мы с тобой получаем. И 10 грипшота. Прикольно. Следующая награда идет. А, какая следующая? Мы еще с тобой, да. Нам нужно 2 раза сыграть для того, чтобы получить 50 гемов. 4 перчатки у нас есть. Поехали, попробуем. Хикон против нас. Или мы против него, не знаю нет. Все оставляем как есть, ничего менять не будем. Let's rock. И начинаем вот с чего? Вот с этого дела. Ну, ты что? Блин. Думаю, что не делается. Жму-жму, а мы с тобой еще просто бой не начали. Так, куда они бегут, не пойму. Назад. Так, ну ладно, допустим. Где там у нас торт? Почему не идет? Подбиваем. Все это делаем шариками. Идеальненько. Так, пускай он сейчас встанет, и мы с тобой сделаем что? Взрыв на макаронной фабрике. Вот такой вот. И взрываем, естественно, с тобой торт. Плюс выпускаем сразу же нашу бомбу. Вообще четко. Стоп, 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 Гаргантюа. А ему по барабану. Плевать он хотел. Так, ну мы его заморозили немножко. Я не могу понять, что-то все делаем, делаем, делаем. И до сих пор не взорвали. Да и фиг с ним. Его сейчас все равно раздавит, ребят. Его все равно раздавит. Единственное, что да, мы потратили с тобой наши удобряшки. Секундочку, сюда ударчик. Не, мне кажется, он получает, ребята, повреждение, этот торт. Сейчас он встанет, и мы начнем бомбить. Окей. Дальше давай так сделаем, пускай летит. И после этого еще вот так. Вообще шикарно. Так, опять он бежит. Эй-эй-эй-эй-эй. Да блин, друзья мои, что такое-то? Не имеем права. Эй! Да какого... Фух. Что у нас там пачка, ребята? Побеждаем или что? 4. Да, мы выиграли. Трындец. Трындец. 2000 монет мы с тобой забрали. Так. Фью. Конечно, мощно, ребята. Так, ну что, последний бой мы с тобой сделаем, да, для того, чтобы забрать 50 гемов. И тут еще 2 пиньята будет. Поехали. А уже продолжим с тобой, наверное, в следующей серии. В следующей серии мы уже будем конкретно с тобой топить. Ну, просто я думаю, что вам не интересно смотреть эту арену, ребята. И, наверное, ее лучше играть за кадром. Ну, понимаешь, а мне вот неохота играть за кадром. Так, поехали. Let's rock. Погнали.
Явились, не запылились, да, называется? Начнем потихоньку с тобой. Что нам еще тут остается сделать? Так, поставим. Что еще там у нас? Еще не все с тобой, да, подбили, называется. Так, сделаем сюда. Куда ты разогнался? Это растение еще у нас не шиша, оно не прокачанное, понимаешь? И оно, как бы сказать, урона не наносит столько, сколько мы хотим. Вот и все. Так, давай сюда. Сюда. Тортик еще не появился на горизонте, нет? Еще не появился. Окей. Блин, мы что-то с тобой проигрываем, причем очень круто. Именно по очкам. Че, поехали? Допустим. Так, это я забрал. Активируем. Мне надо торт уничтожить. Отлично, тортик мы с тобой подбили. Так, не буду я пока тратить, потому что сейчас все равно гаргантюаха побежит. А где он? Что-то я его не вижу. Он должен бежать уже, в принципе-то. Вот он явился, только вспомни его. И он тут как тут. Ага, тут как-то мы вообще моментально так шибанули. Причем довольно конкретненько. Так, давай расставлять с тобой шарики. Так, сюда, сюда, сюда. Почему я не вижу еще одного торта, ребята? 14 секунд всего осталось. Что-то совсем не то. Поехали. А как он... Ребята, а что за фигня-то получилась? У меня тур задержали, блин. Пипец. У меня задержали торт. Я просто смотрю, у него уже торт побежден. И он сразу же еще один завалил. А у меня нифига, ребята. Мне сказали, ты перебьешься. Я офигею, ребят, но это нечестно так, если вот по чесноку, это нечестно, что мне не дали торта. То есть он уже его успел подбить, а у меня он только появляется. Да, хотя я его опережал по очкам. Так, ну что, дорогие друзья, мы тогда с вами на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.